Здравствуйте, друзья! На прошлых выходных в США и Германии прошли два вечера бокса, которые принесли весьма неожиданные результаты. Начнем из США. В Атлантик-Сити в карде главного боя прошел матч-реванш между российским боксером Петросом Ананяном и пуэрториканским боксером Субриэлем Матиасом. Напомним, что в первом бою неожиданную победу одержал российский боксер единогласным решением судей. Во втором бою Матиас взял реванш. На последних секундах 9 раунда, после левого хука, российский боксер оказался на канвасе. Ананян сумел подняться, и после сразу же прозвучал гонг. Во время перерыва Петроса осмотрел доктор, который и не разрешил продолжать бой. Стоит отметить, что российский боксер плохо себя чувствовал и слабо реагировал на окружающих. В главном событии вечера случился неожиданный апсет. Гэри Рассел-младший проиграл Марку Максаю, титул чемпиона WBC в полулегком весе. Бой продлился все 12 раундов, и по итогам поединка один судья дал ничью, и еще двое отдали победу Максаю. Заслуженная победа Марка, с которой не согласился Рассел. Стоит отметить, что в четвертом раунде Рассел повредил правое плечо, из-за чего не мог полноценно боксировать. Но это не отменяет заслуг Марка, который стал новым чемпионом WBC в полулегком весе. Теперь перейдем к Германии. В поединке за интерконтинентальный титул IBF в полусреднем весе украинский боксер Карен Чуханджан одержал уверенную победу над британским боксером Райаном Мартином техническим нокаутом в 8 раунде. Для Карена это 20-я победа при одном поражении на профи-ринге. Британец Мартин, у которого 14 побед, проиграл третий раз в своей карьере. Украинский боксер средневес Андрей Великовский стал обладателем регионального интерконтинентального пояса IBO. Украинец победил доминиканца Рафаэля Бехерана. Бой завершился уже после второго раунда, когда соперник Великовского отказался продолжать поединок. Еще один украинский проспект второго среднего веса Петр Иванов не заметил сопротивления представляющего Германию уроженца Нигерии Нуху Лавали. Соперник Иванова отказался выходить на второй раунд. Украинец Александр Захожий защитил свой пояс WBC франкофон. 28-летний украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий нокаутировал чеха Павла Саура. По ходу поединка украинец трижды отправлял соперника в нокдауны. Первый раз Захожий уронил Саура во втором раунде. В следующем раунде было еще два нокдауна, после чего рефери не выдержал и остановил бой. На этом у нас все, друзья. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Также не забывайте о нашем телеграм-канале. Там вы можете смотреть поединки в хорошем качестве. Ссылка на канал в описании к видео. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч. Пока!